Приветствую вас на канале HardResetInfo. И сегодня я покажу, как на устройстве Oppo Reno 6 Pro включить режим энергосбережения. В первую очередь переходим в панель быстрого доступа и находим здесь кнопочку «Режим энергосбережения». Тыкаем по ней раз и можем переключать данный режим. Также, удержав на нем палец, можем открыть некоторые его настройки. Например, можем также его здесь переключать. Можем его выключать автоматически, когда заряд достигает более 90%. И также можем его включать автоматически при указанном уровне заряда, например, 23%. Можем сами выбрать этот, указать этот уровень заряда. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!